Мы думаем, что у нас мозг такой, он такой весь трудолюбивый, такой хочет что-то умное придумать. Не, он тупой. У него эволюционно не было задачи умным быть, понимаете? Это ум, это результат, это чтобы мы нравились. Наука доказала, что нам ум зачем нужен? Чтобы, так сказать, быть тран-тан-тан, вот, любовно успешными, и гены поэтому стали продвигаться. Да, а для решения задач зачем этот ум? Ну, что, все, решает силы, глупости и уверенности. Вот, это так. Вот. Поэтому задача-то состоит не в том, чтобы переключиться с системы 1 на систему 2, а в том, чтобы делать систему 2 богаче. А система 2 богаче – это когда мы постоянно накапливаем новые-новые знания, новые-новые навыки. А в результате чего у нас будет расти объем системы 1.